потехе! Час настал! Час потехе! За его! Он родился в конце Второй мировой войны, в 45-м году. Мои родители были воздушными гимнастами, и они нюхали кокаин под куполом цирка. И поэтому меня нашли не в капусте, как всех, а в мешке кокса. С самых ранних лет у меня была тяга к холодному оружию. Этот нож я сделал сам. Еще у меня дома есть коллекция голов. И в ней не хватает твоей. Когда цирк разбомбили, я оказался в Новой Гвинее и жил там как король. Когда американцы проводили ядерные испытания на соседнем атолле, меня накрыло излучением, и я теперь всегда хожу со своим карманным дозиметром. В моей жизни было много женщин, и они все в моей коллекции. Где бы я ни появился, я устраиваю цирк, цирк, цирк. Однажды я попал в секту 27-28. Она пропагандировала здоровый образ жизни, полностью воздержание от алкоголя, наркотиков и жирной пищи. Мы собирались в лесу, становились в круг, брались за руки, подпрыгивали и кричали «27-28!». Мне поначалу все это нравилось. Но когда нас пригласили в темную комнату играть в игру «Кто кого поймает», я туда не пошел. 27-28! Чтобы узнавать своих в городе, в этой секте была разработана своя система знаков. Оп, оп, оп. Дорогие россияне, наступает год свиньи. Наше время пришло. А ну, подайте водки.